Мои дорогие подписчики, всем привет! Виктория не нашла более комфортного места, чем просто сесть на какой-то монумент рыбки. Ну, пусть будут рыбки. Совсем недавно я вам плакалась о том, что у меня в этом году не будет Санта-Клауса. Ну, вот как бы я заработалась, нету. И тут меня подруга приглашает в Эльгуну на выставку яхт. Я говорю, ну, поедем, там часочек поснимаю, там посмотрим. Вот, поехали мы, я там как увидела, сколько там яхт, в общем, я осталась. Она меня бросила через там часа полтора-два, потому что она поняла, что я зависла. Я говорю, мне нужно и то снять, и то снять. В общем, я начала работать. И что вы думаете? Я получила там же подарки. Представляете, вот я там ходила, снимала, и мне сразу давали подарочки. Так что, видите, я уже вот в новом джемпере. Новая сумочка у меня, две кепочки, вот такие классные, смотрите, на одной написано «лодочник», так что я в 2023 году буду лодочник. И тут Sunseeker Egypt, это какая-то строительная фирма яхт, так что, мои хорошие, я уже все. И сумка какая классная, хлопковая, я прям такую хотела. Вот, ну и джемпер теплый, такой комфортный, в общем, мне мужчины надарили подарков, прям, вот, Виктория, ты там снимаешь, спасибо большое, в общем, держи то, кстати, видео скоро я выложу на своем канале о яхтах, ой, много там работы, но скоро вы увидите, так что, это я к чему? Это я к тому, что о желаниях, вообще, как вот все сбывается. Представляете? А, кстати, телефон у меня на новом держателе, новый трипод классный. И знаете, как я его купила? Ну, я же хотела, чтобы мне купили, правильно? Чтобы мне подарили. И звонит как-то вечером знакомый с Эльгуны и говорит, Виктория, что ты хочешь на Новый год? Я говорю, держатель хочу новый. Он говорит, давай, я тебе привезу деньги, я не знаю, какой именно ты хочешь, я тебе привезу деньги, ты купишь. А это уже было 10 часов вечера, я рано ложусь спать. Он говорит, не ложись спать, я сейчас тебе привезу деньги. Через час приезжает, дал мне деньги, и на следующее утро я купила трипод. Представляете, так что у меня уже нормальный вот трипод хороший. Мои дорогие подписчики, ну классно, главное желать побольше и как-то ставить... Желания должны быть точные, вообще точные желания, потому что я вот хотела жить у моря, но я не написала, где точно, там, может быть, Мальдивы или Кипр, или где-нибудь там, не знаю, там, океан, Таиланд, я не написала, и поэтому я вот живу в Египте, вот куда меня принесло, туда и принесло. А если бы я написала там вот то-то, была бы, наверное, уже не в Египте, а в другом месте. Но жизнь еще впереди, все успеем. Так что имейте в виду, если вы будете Новый год загадывать желания, то загадывайте правильно и точно. А, кстати, сейчас вам одену кепочку. Смотрите, это кепочка лодочник. Это кепочка-лодочник. Вот так вот я выгляжу в ней. Видите, какая стильная. Сразу. О. И вот другая кепочка. Строительная компания. Там все строительные компании. В общем, они мне надарили подарок и теперь ждут видео. Вот, вот другая. Так что одену эту кепочку. Вот в этом году, мои дорогие, я буду лодочник. Так что вот так вот. О, так что Виктория довольна, Санта-Клаусы уже меня навестили, видите, еще не все Санта-Клаусы меня навестили, но ничего, еще впереди куча времени. Виктория принимает подарки на Новый год до середины февраля, то есть время такое еще, масса времени еще у вас. Вот. Вы на русском говорите? Да. А я веду канал в YouTube, я тут живу. Вот, если что-то хотите мне рассказать, пожалуйста. Я просто бегаю. Я не имею в виду сейчас вообще. Ладно. Подумайте, хорошо, будет вам память. Ладно, спасибо. Ну все, пожалуйста. О, к людям пристаю. Сразу, видите, никого не могу пропустить мимо.
Знаете, если у меня есть такая особенность, если я вижу, человек подходит на мой канал, ну вот что-то он может дать моим людям, какую-то информацию, что-то полезное, я, в общем, уже все, на него целюсь. Такая у меня есть особенность. Кстати, я тут сижу возле отеля Merlin Inn. А там у меня... Hello. А там у меня есть подруга. И, возможно, я сейчас пойду туда, и мы с вами выпьем чашечку кофе. Вот я уже в отеле Merlin Inn. Вон моя любимая Вероника делает кофе нам. И сейчас будем тут пить. Отель Merlin Inn. Очень хороший, уютный. Небольшой отель. Вот тут вот сядем. Видео есть на моем канале. И не одно об этом отеле. Так что там ищите. А мы пока будем пить кофе. Это мы находимся на самой длинной улице Хургады, улице Мамша. Смотрите, какой памятник хорошенький. Видите? Здесь вот человек думающий. И вот так вот по всей улице это. Вдоль Мамши. Все, мои дорогие подписчики, направляемся домой. Продолжение будет завтра. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. И нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, напомню вам, что каждый из вас может стать спонсором моего канала. Всем пока! Пока-пока!